motherfucker. Васап, ребятки, с вами канал Олегейм, Лесбэм, Рак, это Арка, и мы продолжаем выживание. Пустыня, ребятки, продолжение. Значит, что с нами произошло за то время, пока вы не видели, что с нами произошло? А с нами произошло следующее. Мы, значит, нарвались на голема, который убил наших крылатых аргентавий. Добрались на наших пантерах до вот этого каньона. И, как вы уже поняли, мы тут кое-что построили. Сегодня мы займемся, как я и обещал, тем, чем я обещал в прошлый раз, что мы займемся. Строить. Что? Тельством, правильно. Мы тут немножко построили уже за кадром, чтобы вы это все не смотрели. Что ж мы тут настроили? И мы сегодня вырастим драконов. Два яйца, если помните, мы успели стырить их, убежать оттуда. Мы успели, но яйца мы с собой прихватили. У нас есть два яйца. Попробуем сегодня, кстати, в домашних условиях, да, сделать яичницу. Потому что в каньон я больше не хочу. Просто так не хочу. Здесь у нас был проход возле реки через каньон, и вот там вон мы были, кстати. С самого начала мы были вот за той большой. Но потом поняли, что вот здесь вот как бы нас окружает такой ряд скал, и у нас проходы во все стороны, дорожки и так далее. В общем, мы построили вот здесь вот ворота. У нас есть теперь вода. Здесь всегда тень. Очень здорово. Притащили наших животных. Вот в этой части мы отгородились каменным забором и шипами и поставили ворота от той части прохода. И здесь также мы отгородились с помощью вот таких вот приспособлений. Так что, ребятки, у нас есть теперь свой павильон, свой загон, где мы можем свободно тусить. А еще мы набрали много глины и песка, и у нас получился замечательный дом. Ну а теперь пришло время его сделать более уютным. Как вы видите, внутри мы разместили различного рода ящики и шкафы для хранения. Пока, конечно, это не назвать прям супер-мега продвинутыми технологиями, но нам нравится. Нас пока все устраивает. Здесь такой приятный балкончик, короче. Но! Недавно я узнал, что, оказывается, у любой стимовской игры есть мастерская. А в мастерской есть различного рода моды. Просто мне было непонятно, почему и как люди делают всякие красивые штуки. В связи с этим был установлен мод на прически, а также был установлен мод на интерьерку, на всякого рода мебель и прочее-прочее. Будем с вами уюживать наш дом. О, кровати. Вот это слово мне знакомо, как раз киска. Готик, бэд, модерн и бэд. Бэд. Почему мы бэд? А бэд читается? Плохая. Плохая рустика. Модерн. Морда. Чертеж готик бэд. A готик стайл дабл бэд. Which acts as a respawn point for you and your tribe. Tribe. For your tribe. Ароматная кровать. Извините, вид на Б. Лаготик. Ну, в общем, вот такая четкая кровать. Четкая кровать. Нормально, мне нравится. Лучше, чем стандартная какая-то кроватка из соломы. Ну да. Есть пробитие. У нас теперь есть такие бревнышки для хранения. Неплохая кучка для металла. Витражное окно. А тут мы шкурки храним. В общем, сейчас мы будем пытаться вылупить наших виверн. Флокса для этого подготовит специальное место. Для этого нам понадобится 14 факелов, воспользовавшись помощью сообщества. Было выведено, что для того, чтобы вылупить яйцо вне зоны щели коротрещины, вот этой вот, вне зоны коротрещины, нужно будет установить 14 факелов, либо 14 костров, либо 4 камина. В общем, сейчас мы будем, значит, идею с каминами мы отбросили, потому что слишком много затрат на ресурсов. Поэтому мы ставим 14 факелов в виде квадратиков, которые после зажжения факелов мы закинем наши яйца виверны и посмотрим, что у нас получится. Надеюсь, сообщество не соврало. 14 это же 8 на 8. Ну, 4 вправо, 4 влево, 4 вбок. Это же квадрат. Ну, можно еще 2. Раз, два, три, четыре. А, я сбился. 14. Итак, у нас 14 факелов. Это как 14 раз по одному. Наступил решающий и волнительный момент. Я забираю одно яйцо виверна. Подожди, у тебя ж молоко, да, было там? Неси молоко. Итак, ребятки. Кульминация всей истории. Я выкинул яйцо, да? Инкубация пошла. Хера, подожди, я его когда воровал, оно было меньше. В общем, ребятки, сообщество нас не обманули, и план работает. Спасибо вам большое. Ну, а тем временем нам осталось ждать около 18 минут. Я пока сбегаю за вторым. Так как план удался, мы забираем второе яйцо и идем тоже класть его в нашу жаровню. В нашу
яйца-ясельку. Два яйца, два дракона. И нас тоже два. Два жопоседла и два наездника. Интересно, а что из них вылупится вообще? Какой тип драконов? Ты думаешь, это будет огненно? Короче, тут же разные есть виверны. Мы видели уже кислотную виверну. Мы видели молниеносную, будем так ее называть. Флешометную. Ну, вот это вот. Молнижахальную, короче, тоже видели виверну. И видели огненную виверну. Это уже три виверны, да? Ну, в общем, ребятки, немножко подождем. У нас тут вылуплялово идет. Ожидаем дракона рождения. Тем временем мы все ждали. Ну, подождем еще немного. Возможно, придется подождать чуть больше, чем мы планировали. Ну, что там, вылупилось что-нибудь уже, нет? Скоро. Как волнительно и как долго. Слушай, а лозавры быстрее вылуплялись и не рестились, чем эти яйца, короче, греются. В общем, нужно еще подождать. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Смотри, это маленькая виверна. Офигеть, офигеть, смотри, знаешь, такая кроха, такая малютка, такая манюнька. Давай ее в сторону выводи, покорми ее. Тебя, ты же добывала молоко виверны, точнее собрала. Ух ты. В смысле, широкий, что ли? Охранник наш. Офигенский. Он просто офигенский. Он, наверное, выйти не может, потому что он слишком широкий. Наш маленький дракончик. Сейчас вылупится мое чудо. А у тебя мальчик или девочка? Так. Тройняшки. Это тройня. Это тройня и это другие. Заклеймняю. А, мне тройня. Я мать их драконов. О, боже. Я мать их драконов, мать его.